11 мая с раннего утра в районе непогода. Мобильный пункт заготовки крови работал на центральной площади аула Кашхабль. Но несмотря на дождь, доноры выстраивались в очередь, чтобы сдать свою кровь. За 5 часов работы мобильный пункт заготовки крови посетили 27 человек. Доноры единодушно отмечают тот факт, что условия сдачи крови стали более комфортными. Сдавать кровь на мобильной станции приятно и быстро. Внутри чистота, бахилы на входе, удобные кресла, оборудованные современными системами жизнеобеспечения. Надо отметить, что процесс забора крови проходил по четко выстроенной схеме. Сначала проводилась регистрация потенциальных доноров, они проходили серьезную медицинскую проверку. По разным медицинским показаниям некоторым был дан отвод. Еще один залог безопасности – донорство, использование только одноразовых инструментов. Организаторы донорской акции выражают всем благодарность за активное участие, проявленное милосердие и гуманизм.